Поздравляю с победой. Команда военная. Сегодня все прекрасно понимали, что будет очень такой боевой футбол. Расскажи, как готовились к тому, чтобы остаться вообще целыми и со своими ногами? Да, мы на каждую игру выходим, как на последнюю. Потому что жалко столько денег за внос отдавать, чтобы вы потом сыграть 4 игры и поехать домой. Поэтому мы были готовы, что соперник крепкий. Да и чем тяжелее играть против нас, тем мы сами лучше играем. Теперь ждем МЧС, наверное, дальше. Уже дальше проще некуда. Сегодня приходилось команде владеть мячом, играть первым номером, особенно в некоторые моменты, когда соперник просто предпочитал исключительно закидывать на свою половину, на чужую, точнее, половину. Готовились ли к этому, хватало ли вам сил, потому что скамейка снова не самая длинная, скажем так? Да мы никогда не готовимся к какому-то определенному сопернику. Как против нас играют, мы по ходу игры перестраиваемся. Сегодня пошло так, завтра сыграем по-другому. У нас нет какой-то определенной тактики на каждую игру. Просто собираемся, играем. Что можешь сказать в целом про амбиции команды, про какие-то желания, куда важно добраться и какой результат будет удовлетворительным? Ну, добраться желательно, конечно, до титула, потому что, думаю, последний год, когда в таком составе мы играем. И хотелось бы как можно дальше пройти в этом турнире.